Доброе утро, церковь. Очень приятно видеть вас сегодня всех здесь, всех, кто присутствует в этом зале, и всех тех, кто смотрит сейчас онлайн-трансляцию. Да, вы можете присесть. Вот. Сегодня я и моя супруга Анастасия, мы не так давно стали мужем и женой. Вот. И нам выпала такая чудесная возможность зажечь первую свечу Адвента. Ни для кого не секрет, да, что сейчас скоро будет праздник Рождества Христова, рождение нашего Спасителя. Это, я считаю, прям классный день, когда Бог подарил нам спасение. Вот, и сегодня мы зажжем первую свечу Адвента. Это свеча пророчества. Вот, сам по себе Адвент — это время ожидания, когда мы готовимся к этому замечательному празднику, празднованию рождения нашего Спасителя. Ну что ж, первая свеча зажжена, и мы хотели бы с Анастасией исполнить песню. Вот. Всякого зла людские сердца.
Давайте воздадим нашему Творцу, Спасителю большую-большую славу. Он достоин ее.